250 работников культуры из 63 районов и городов края в Барнаул съехались все, кто так или иначе занимается традициями народов, населяющих наш регион, музеи и дома культуры. Каждый делился опытом своей работы, ведь каждый старается развивать народную культуру, сохранять их язык, танцы и песни, а еще обязательно национальные костюмы. А как же правильно подойти к костюму? Очень много ошибок, да? Очень много случаев, когда человек выходит в костюме на сцену, и мы не очень понимаем, это костюм какой национальности, это какая культура. Если это казаки, то это какие казаки? И вот эти профессиональные разговоры по таким темам, которые в конечном итоге должны повлиять на уровень исполнительского искусства. Фойе Дворца культуры Барнаула участникам съезда представили самые разнообразные национальные костюмы – русские, казахские, монгольские. Все шиты из натуральных тканей, шерсти и хлопка. Все максимально приближены к тем, которые сотни лет назад носили представители разных национальностей. Нам необходимо укреплять внутреннюю национальную идентичность, да, то есть понимать, что сохранение культурной традиции региона – это не просто комплекс мероприятий, это понимание, к какому этносу ты относишь себя, взаимоотношение этого этноса с той территорией, на которой вы находитесь. В рамках съезда представителей клубов и домов культуры ждали награды за труд, благодарности и цветы от губернатора края. Также вчера и сегодня участники съезда посетили национально-культурные автономии, Союз армян, немцев Алтая и других народов. По итогам работы съезда планируется разработать комплексный план мероприятий по сохранению и развитию традиционной народной культуры в Алтайском крае. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.